Около 30 дагестанцев выступят на предстоящих в Токио Олимпийских и Паралимпийских играх, сообщает сайт регионального Минспорта. Воспитанники республиканских спортшкол будут бороться за медали в составе сборных 11 стран. Так, в спор за золото на главных играх этого пятилетия вступят представители вольной борьбы, бокса, дзюдо, слепых и фехтования. Впервые в истории дагестанцы выступят в составе национальной команды по регби. Кроме того, дебютными для наших спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде станут турниры по карате, плаванию, а также по настольному теннису, паратэквондо и легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа и с 24 августа по 5 сентября.